Всем привет, меня зовут Николай Шеляковский, это скринкасты, я руководитель разработки платформы в Ситимобиле. Сегодня я вам расскажу, куда мы стремимся, что мы делаем и по какому пути развития идем. Дело в том, что в Ситимобиле случилось так, что был монолит, мы строили одно большое приложение. Это приложение как бы разрасталось, сейчас с ним стало очень неудобно, и мы пошли по пути распиливания монолита на микросервисы. Чтобы поддерживать такую разработку в тонусе и давать возможность пользовать нашим разработчикам делать сервисы для пользователей более качественными, нам пришлось написать некоторый кодогенератор, который позволит разработчикам создавать новые сервисы быстро и по единому шаблону. Об этом кодогенераторе я сегодня немножко и расскажу. Процесс установки кодогенератора я упущу. Это проходит у нас на онбординге сотрудника. Не супер интересно. Мы будем рассматривать, как же это все работает. Итак, поехали, познакомимся. Небольшое предупреждение. Мы сейчас начнем снимать скринкаст, но у меня очень мало времени на сон, поэтому я могу засыпать, но работа на этом останавливаться не будет. Поэтому поехали. Наш кодогенератор был назван Гена. Можно посмотреть, что он умеет. Кодогенератор умеет генерировать шаблон приложения со всеми вытекающими, с обвязкой, все для того, чтобы разработчику не надо было думать о каких-то системных вещах, которые нужно делать каждый раз. Соответственно, у него есть help, мы можем посмотреть, что он еще умеет. Он умеет пока генерировать единственный, это микросервис. Он умеет добавлять туда gRPC-интерфейс, но сегодня не об этом. Сделаем обычное HTTP-шное приложение, которое позволит отвечать эхо-сервисом на любой запрос пользователя. Итак, сгенерируем наш микросервис. В момент генерации Гена сразу же спрашивает о том, верны ли настройки окружения. Если все верно, мы говорим дальше. Он просит ввести название приложения. Сделаем это эхо-сервис, как мы уже решили. Дальше можно указать группу в GitLab, то есть рассказать, куда же конкретно этот сервис должен потом приземлиться. Ну, я здесь укажу личную учетку свою. Пусть приложение живет там. Дальше он просит указать рабочую директорию, оставим ее по умолчанию. После этого Гена генерирует полностью шаблон и спрашивает, нужно ли связать это с Git-репозиторием. Давайте свяжем, пускай будет. Еще он переспрашивает путь к этому Git-репозиторию. Окей, мы все связали, приложение готово. Теперь нужно открыть это приложение в своем редакторе, в котором вы привыкли работать. У меня это GoLand. Не супер важно, это можно делать в Vim, вообще в чем угодно. Так, отлично, открыли приложение в своем редакторе. Видим, что здесь сгенерировался уже довольно большой развесистый скелет. В этом скелете у нас уже есть все необходимое для того, чтобы запустить данное приложение. Тут уже есть Docker-файл, подготовленный со всем environment и со всем, что возможно для запуска. Здесь есть все необходимые GitLab CI/CD для деплоя этого проекта в production, в тестирование, все остальное. Есть файлики changelog и прочее, все, что необходимо для разработки. Если покопаем немножко глубже и развернем структуру приложения более детально, видно, что у нас уже есть роутеры. Если посмотреть на роутинг, тут сразу же подключены health-чеки и метрики. Health-чек — это liveness-проба, которая необходима для Kubernetes. Так как все наши приложения уезжают в Kubernetes, нам необходимо иметь как минимум liveness-пробу, чтобы Kubernetes мог проверить живость контейнера, живость приложения в нем и оставить его в бою, а если что-то с ним пошло не так, быстренько выкинуть, чтобы пользователи наши не страдали. Так вот, чтобы каждый раз разработчику это не писать, мы уже в шаблоне подготавливаем все необходимые метрики и эндпоинты, и, грубо говоря, после кодогенератора мы получили абсолютно работающее приложение. Можно даже попробовать его собрать, запустить и убедиться, что оно работает. Для этого необходимо иметь Docker на своем ноутбуке. У меня он есть, соответственно, сейчас мы сбилдим приложение. Увидим, заработало оно или не заработало, и дальше начнем его развивать. Так, докер-контейнер наш собрался, запустился. В логах видно, что наш сервер запустился, есть у него даже название, рассказано, на каком порту он слушает. Мы можем пойти теперь в терминал и проверить, действительно ли он там работает и отвечает. Попробуем liveness-пробу
Да, Liveness пробу отвечает, что статус все в порядке, это версия девелоперская и так далее. То есть мы видим, что наше приложение запустилось и уже полностью работоспособно. Это огромный плюс. Теперь остается разработчику просто добавить свой новый контроллер или новые свои обработчики, новые endpoints и продолжить работу. Соответственно, новые обработчики добавляются в internal IP. Вот здесь есть специальная папка V1. В этой папке даже лежит README, в котором написано, как именно добавлять обработчиков, чтобы уменьшить человеческий фактор, и человек даже не думал о том, что же ему предстоит сделать. Соответственно, давайте так и сделаем. Возьмем прямо из примера кусочек кода и превратим его в то, что необходимо нам для эхо сервера. Для этого мы создаем новый файл, назовем его точно так же echo.go. В этом пакете мы добавляем две зависимости, это контекст и наш логгер. Логгер тоже включен в поставку гены, ровно для того, чтобы работа с логами была унифицированная, и все кластеры ELK и прочее-прочее, они были одинаковые, можно было построить индексы, легко выгрепывать, находить необходимую информацию по работе приложения. Что происходит дальше? Дальше нам нужно определить интерфейс нашего хендлера, то есть понять, как он будет работать. У нас будет единственный метод — это echo-handler. Это тот хендлер, который будет отвечать ровно тем запросам, которые ему отправили. Это тест синтетический, но тем не менее он нам нужен, чтобы разобраться, как же это все работает. Дальше мы определяем структуру этого эхо-хендлера, то есть что к нему будет прилетать в момент инициализации. Пока оставим просто логгер, нам больше ничего не нужно, туда можно положить инициализацию базы данных, инициализацию разных сториджей и так далее, все, что вам необходимо. Мы пока ни с чем таким работать не будем, нам надо попроще. Оставляем просто логгер, больше ничего не делаем. Соответственно, дальше нам нужно у этого хендлера определить поведение самого его эхо, и оно должно удовлетворять интерфейсу, в который на вход приходит контекст, а на выход мы ему отдаем абстрактный интерфейс пустой, то есть это ответ и ошибка в случае, если мы не смогли это как-то обработать. Для начала мы скажем, что мы отвечаем пустотой, то есть наш эхо пока не мой, он ничего не понимает, ничего не умеет говорить. И нам нужно определить конструктор, который будет собирать непосредственно наш эхо-хендлер при инициализации. Назовем его точно так же, new эхо-хендлер. Это все договоренности, никаких особенностей нет, здесь можно использовать абсолютно разные имена, кому как удобнее, тот так и пишет, самое главное соблюдать интерфейс. По сути, мы сделали свой обработчик уже эхо, который пока ничем не отвечает, и нам его надо зарегистрировать в роутинге. Регистрация в роутинге происходит в AddRouter версии 1. Здесь мы просто говорим, что у нас есть путь /API/V1, то есть API это в принципе внешний интерфейс для API-шки, V1 это наша версия 1. Дальше мы можем обратиться опять, кстати, в README, там сразу же написано, как добавлять в роутинг наши новые контроллеры. Возьмем то, что есть из README, чтобы не быть голословным, и добавим. Соответственно, мы добавляем новый endpoint эхо. Его заворачиваем в timeout handler для того, чтобы запросы наши долго не тупили. Мы ограничим их временем 1 секунды работы. Если не успели за секунду ответить, мы должны написать некоторое сообщение об ошибке. Определим это сообщение, сделаем, что это эхо тайм-аут. По какой-то причине, например, не смогли мы ответить. Чтобы у нас правильно заработал ограничение по времени, нам нужно подключить модуль time. Сделаем это в импорте. Соответственно, handlers у нас приезжает. Можно, наверное, в README посмотреть. Нет, в README этого, к сожалению, нету. Но handlers у нас приезжает из нашего внутреннего репозитория. GitLab, CTSRV, City, City Mobile Bands. Вот здесь у нас есть handlers.
Кажется, не ошибся. Да. Собственно, все. Мы зарегистрировали наш новый хендлер. Нам надо определить, по каким методам он будет отвечать. Для начала сделаем просто метод get для простоты. Дальше я покажу, как добавить еще пост и как сделать его обработку. Собственно, еще мы завернули это все в хендлер access-log для того, чтобы каждый запрос к нашему endpoint логировался в логах, и мы видели, что туда были обращения, и могли их связать в логах со всеми остальными сообщениями, которые будут валиться и которые мы захотим написать. После того, как мы его зарегистрировали в роутах, нам надо сделать инициализацию, о которой я говорил изначально. Инициализация происходит у нас в папочке command main.go. Здесь мы инициализируем подобно нашему liveness пробе или метрикам, неважно. Так, кстати, в Redmi, наверное, это тоже должно быть. Сейчас я посмотрю на всякий случай заодно. Нет, к сожалению, этого нет в Redmi. Но здесь разработчику придется немножко догадаться или сделать просто по аналогии с тем, что уже было. Так, у нас есть пакетик Echo. Его надо тоже подключить, если он не подключен. Да, он не подключен. Сейчас мы его подключим. IPv1, здесь все наши пакеты лежат. Так, Echo. И сделаем new Echo Handler. Угу. Как мы договорились с вами ранее, в конструктор new echo handler мы передаем исключительно логер. То есть кроме логера мы ничем его не инициализируем. Поэтому передадим туда логер. И, кстати, да, в роутерах я забыл добавить. Соответственно, в роутерах у нас есть еще диспатчер. Диспатчер — это структура, которая знает о всех, в принципе, о всем диспатче, который есть в нашем приложении. Нам нужно добавить туда наш Echo Handler. Так. Назвал я его Echo Handler. Да. Пусть так и будет. Будет масло масляное, но ничего. Для примера подойдет. Соответственно, Echo Handler. И наша инициализация. Собственно, так как в диспатчер мы добавили еще один Echo Handler, нам необходимо при инициализации указать его. Здесь мы его уже проинициализировали, и нужно отдать, что Echo Handler тоже у нас есть. Отдаем Echo Handler. По сути, наше приложение теперь работающее, и оно должно подхватить наш новый endpoint и на него начать отвечать. Давайте это проверим. Запустим Docker контейнер, заново перезапустим. Сейчас он сбилдится, мы попробуем сделать запрос к liveness probe. Она должна продолжать... нет, она не скомпилировалась. Давайте проверим, что я там написал кривого. Так, все, все эти пятки поправлены. Наш контейнер запустился. Пойдем проверять, что же у нас получилось. Проверяем liveness probe. Да, liveness probe отвечает. Попробуем теперь наш новый endpoint, который мы попросили. Это IPv1 echo. Смотрим. Да, действительно, IPv1 echo отвечает ровно так, как этого мы и просили. Таким образом, мы сделали еще один endpoint. У нас появилось работающее приложение. У него есть liveness пробы. У него, кстати, есть метрики. Мы можем даже обратиться к метрикам, их собрать. Метрики улетают. Метрик, наверное. Я остановил, что ли? Нет, работает. Так. Метрики отдаются в формате Prometheus. Поэтому приложение легко уже интегрировать сразу же с Prometheus. Можно ставить мониторинги разные, алертинги и все остальное. Понял. Да. Там получился endpoint V у меня почему-то. Ну, сейчас проверим. Это, видимо, нечаянно. Endpoint V, да, вот он отдает в
в формате Прометеуса всевозможная информация о том, за сколько времени оно отвечало, в какие квантили влазит то или иное время, сколько ответов было и так далее. Соответственно, это довольно развесистый мониторинг, можно реагировать на все, что угодно. И таким простым действием мы создали прям новое приложение, которое готово заезжать в Кубер, оно готово работать, готово отвечать, и создание новых эндпоинтов, в общем, не составляет труда. Только что мы это с вами проделали, это заняло буквально 5 минут, ну, может, еще там пару минут на H5 у меня ушло на исправление, но, тем не менее, это уже работает. Таким образом, мы переезжаем в Кубер, мы создаем новые приложения, это все получается по шаблонам, красиво, единообразно. И это, наверное, все, что я вам хотел показать в этом видео. В следующем видео я расскажу, или в следующих выпусках, расскажу немножко более подробно, как можно обрабатывать GET, POST-запросы, как реагировать на параметры, как делаем это мы. Подписывайтесь на канал, смотрите скринкасты. Всем спасибо, до свидания.